розовую мглу бросишь на весь формат. Возьмешь белинца, розовинца, можно чуть-чуть желтилец и разжижено. Ой, вот эти капли трудно с бумаги стираются, поэтому пока ты будешь делать набор, пусть это будет чуть в стороне. А потом, когда уже не надо будет поливать, тогда вот такую слякоть краски нашвыряешь. Вещество краски пусть будет на холсте. Нам нужно вещества столько, чтобы нашему другу мастихину не было сухо. Сухо, чтобы не было. Чтобы ему не было скучно, чтобы ему было чем заниматься. Хорошо? Теперь, может быть, ага, возьмем большой. Может быть, чуть-чуть раздавим. Чтобы элементы мастихиновой живописи звучали во всех местах. То есть это мы дальник розовый раздавили. Теперь голубой, желтый, зеленый. То в пользу голубого, то в пользу желтого, то в пользу белил. Будут разные оттеночки. Начинаем вгонять вот такими нападениями. И подштриховываем, и вытягиваем. Если надо, белила добираешь. Угу. Если надо, бирюзильца. Там больше, если что, подбирать. Бирюза с желтеньким, будет нарядный цветичек. И набираешь эти настроения. То есть создаешь идею травы. И ты видишь, она прекрасно создается. Чуть глубже, чуть в пользу голубого и плюс коричневого, немножко метнешь сюда вот таких настроений. Темных. Тоже они добавят. Потом разгребешь под цветки некоторые, не подряд, под все. Чуть разгребешь пространство. Возьмешь розовый, желтый. И раздавливая краску, уложишь только пятна. Никакой прорисовки. Сначала только пятна. Хорошо? Да. Давай так. Где ты приметила темное зеленое пятно? Я его нету, да? Вообразила. Не надо, оно там, ты же видишь, там нет и не нужно. Давай немножко этих цветочков повгоняй. Хорошо. Перестал быть так актуален. Зеленый сгоним чуть-чуть. Нам сейчас надо позаботиться о красном. Зачистим чуть-чуть палитрочку. Выдавим вдоволь ингредиентов. То есть у нас будет и розовый, и красный. Угу. Розовый в разбеле холодноват. Угу. Красный тепловат. Вместе они дадут очень красивое сочетание. Идея цветка мака – это пожарик, огонек. Вот. И у него есть различимая структурка, они немножко гофрированные. S. Правда? С, слава. S. Желтый можно прибавлять. I. A. L. O. Собака. Когда крупный мастихин не справляется, можно переходить и на мелкий. Темные пятна розовый плюс коричневый. Получишь темноты красного. Да.
Есть там прямо темноты, правда? Есть, есть. Да. Светлоты. Да. Факелообразно. Оно, да? Оно. Хорошо, хорошо, да. Все спасибо. Жилочки смотрят спасибо. Внутрь, спасибо. Внутрь, внутрь. И ты видишь, формируется вот эта чаша. Иногда это различимые, иногда недоразличимые пятнышки. Угу. Что касается травы, вот этого нижней, сильно ты ее затерла до однородного состояния? Терла, довела до однородного. Нет, и траву надо будет перестраивать на игрища, то светлого, то темного, ну и цветочки. Вот, да, вот попытка рисовать была, и вроде бы вот на отдельном участке хорошо, но в целом не произошло решительный набор рисунка, не произошел. Там есть и мутности, и жесткости. У тебя только жесткость. А прикольно, чтобы там были мутности, причем иногда даже почти теряющиеся в траве. Ну, вот это пятно, конечно, я обратил твое внимание, но ты так и оставила его. Теперь, когда краска стала, конечно, мастихин здесь уже не может толком маневрировать, поэтому включим вот этот инструмент. Посмотрите, теперь, когда появились списанности, когда одно в другое чуть-чуть стало переходить, вдруг становится лучше. Такое буйство травы произошло. Посмотри, здесь цветки доходят аж до низа. И это хорошо, потому что это крупный цветок переднего плана. Здесь цветки, смотри, сращиваются между собой в крупное красное пятно. Эти тоже цельным пятном. И уже внутри этих пятен начать формировать светлей, темней. Хорошо? Давай так. Во многом потому, что месишь на одном месте очень долго. Месишь.
В итоге получается какая-то вот такая скользкота. Смотри. Раз. Два. Факельное такое настроение. Вот кого ты из них рисовал? Да. Пожалуй, никого. Ну, понимаешь? Вот это нечаянно вообще получился. Ну, или пусть кто-то из них... Кто-то из них должен хоть немножко быть похож на это, да? Ну, вот, наверное, вот это. Сам по себе. Иванушки. Нет, ну, честно. Ну, он сам по себе. Поменьше совсем круглых цветов. Смотри, там круглых-то и нет. Все рваные. Если что, вспомогай еще и пальцем. Аморфное. Вот смотри, вот нет ни одного активного темного пятна. От того, что нет, очень аморфное место. Смотри, с появлением мерцалок светлого и темного немножко оживает. Что касается серединок, будешь брать голубой, розовый, получится чернявый цвет. Вот такую рвань макательно, у вас нет, вам нельзя. Плюс какие-то там. Зелененькие пестики. Плюс. Вот эти настроения. Хорошо? На 9 часов. Вот. Накидаешь. Но сначала топтательно рвань. Узнаваемое, да? Где-то списывается, смотри. Нет разницы между тональностью, то есть степенью темности одного и степенью темности другого. То есть цветки равны темноте. Фон равен
темноте лепестков. Да? Есть такие глубокие места какие-то. А где-то наоборот, темный очерчивает цветочечек. И ты видишь, я это делаю штрихом, и как бы такие пустые места создаю. Прямо пустые-пустые. Мутата. И когда эта мутата будет пересечена звуками травинок, да, она оживает. Звуками. Не рисунком травинок, а звуками. Ребром, кончичком, вот таких дурачеств. Прикольно становится? Кругловатенькость этих штучечек. И можно даже язычок такой какой-нибудь взять и изъять. Только не такую кракозябу. Вот я здесь где-то ругался на мелкую, как будто насекомое спасало ноги. Там такой же эффект. Смотри. Чуть крупнее. Ну чего ж там так как-то робенько? Ты же видела эти звуки? Они... Мне не получается так. Вот в чем дело. Я что-то... не так держу или не так краску выбираю. Как не получалось? Красиво. Розовый, да? Ну, нормально делала. Окей. Вау. Везет же людям. Не поверю. Ну покажи хоть одно движение нормальное. Покажи. Где-нибудь. Вот пустое место. Так, ну нормально. Только можно и в одну, и в другую, да, сторону. Так, здесь нарушенный. Поправим. То есть не копошливо. Надо просто взять себе холстичек и поделать вот эти движения. Вот такую траву понабирать себе, понабирать и поделать. Это самое. И потом мастихином подурачиться. А потом снова маки пририсуешь и все. Как раз маки в этом смысле идеальные ребята, чтобы потренировать травы. Ну же потом красных пятнышек накидал, готово. Вон что-то там. Ты видишь, я ж не рисую. Это ж не рисунок, это хулиганство. Ну вот оно-то и привлекает, но не получается. Вот, так я же говорю, что сделай себе вот эту вот подкладку, начать эти травы делать, когда наигралась, чувствуешь, что что-то стало получаться, подсбрила, подсунула цветы, все, готово. Очень под конец он прямо так сложился. Угу. Сделаешь. Угу. В процессе Саша на кухне сказал, говорю, маки не будем показывать, пока не будет. А сейчас. Маки будем показывать. Ты что же так делаешь? Как?